Приветики! С вами Лиз, и мы продолжаем играть в Haunted Bloodlines. Так что обязательно надевай наушники, бери что-нибудь покушать, приятного тебе аппетита и просмотрим. А мы сейчас, наверное, столкнемся с каким-то ужасом. Потому что я закрыла окно. Хватит проветривать, хватит! Хватит! Хватит проветривать! И как бы тут какая-то пентаграмма, какая-то страшная тень. Давай-ка спрячемся отсюда, давай-ка вот сюда вот залезем, и все, вот тут останемся. Вот тут останемся жить надолго, потому что это дело что очень страшное. Нет, можно вылазить? Можно вылазить, хорошо, я вылезу. И я просто уйду отсюда, хорошо. Хорошо, я просто отсюда уйду. Я просто отсюда не уйду. Закрыто. Закрыто. Фонарик. Ага. А что у меня еще есть? Часики. Хорошо, но мне вроде часики не надо больше. Я же дверь закрывала, помнишь? Я, по-моему, дверь закрыла. Я дверь закрывала. А тебя здесь не было. Что здесь происходит? Что здесь происходит? Это я закрою. Я видела, как ты двигался. Стул. Я все прекрасно видела. Стой. Я вас видела всех. Дайте мне отсюда выбраться, пожалуйста. Я хочу отсюда. Спасибо. 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 Enter. Ага, yes, good. Thank you. До свидания. Bye-bye. Увидимся с вами как-нибудь никогда. Спасибо. Хорошее гостеприимство у вас. Мне понравилось, поэтому я больше не приду. Так обычно... Да и бывает. Even window have here... what... Фига страшная баба, ё-моё, в жизни такой страшной не видела. Это капец, это реально перебор. Не, пошли отсюда. Представляешь, вот такая залезет в окно. Ой, ё-моё, что ж ты будешь делать? Я не представляю, что я бы делала. Ой, кошмар, надеюсь, ко мне не залезут. Ой, божечки. Lock it, lock it. Открыто. Локет. Ага, я вижу, что у меня мозг уже теряется. Что? Мама want to play the window. Мама не хочет играть у окна. Play, close the window. Закрой окно. Закрыла. Закрыто. Закрыто. Всё здесь закрыто. Вообще, я не люблю ТП. Они немного неинтересны. Но заставляют... Почувствовать то, что ты не хочешь чувствовать иногда. Ладно, давай просто пробежим. Что? Наверх? Она уже в доме, господи. Класс.
Что случилось? 6:45. Давай-ка. Так, давай-ка, 6 часов. 5:45 минуточек. 6:45. Ты чё? Ты на балет ходил? Ладно, пора включить походу фонарик. Стоп. Что случилось? Стоп. Подожди, уйди. А, ему что, надо руки-ноги найти? Где? Где я буду искать ему руки-ноги? ТП. О! Это для меня. Это как доктор прописал. Так, хорошо. Можно я у тебя возьму, одолжу руку-ногу, пожалуйста? Можно? Что, наверх? Все хорошо, наверное. Мне нужна просто рука-нога. Не более. Так, это нога левая. О. Оп. Взяли батарейки. Батареечки. Хорошо, так. Ничего не видно, конечно. Так. Пошли отсюда. Здесь больше ничего нету. Нету ничего. Так. Угу. Нужно быть предельно внимательной, чтобы не пропустить ни руку, ни ногу. В таком-то состоянии. О! Нормально. Нашли еще чуть-чуть ручку. Так, но у нас все равно не хватает еще две конечности. Ай-яй-яй, пролаги какие-то, прогрузки идут. Ладно, ничего страшного, бывает. Не первый раз такой у нас, переживем с тобой как-нибудь. Так. Оп, а ты вообще работаешь? Нет. Бесполезный свет. А, 3 двери. Всего одна из них открыта. Понимаю. Угу. Подожди, мне пора вот это пить. Пора пить, подожди. Пора пить таблетосы. Женщина, остановись, пожалуйста. Хватит. Не шуми дверями. У нее петли сорвутся сейчас. Что ты делаешь? Опять мозг поехал. Опять крыша поехала, господи. No running in the hall. Что? Не беги в холл? Или что? Ну... Реально бегать нельзя. Я просто нажала Shift. Господи.
Господи. Как же я испугалась. Так, стоп, а куда мы зашли? В какую из комнат? На каком мы сохранении-то? В смысле, на каком мы сохранении? Я не поняла. У меня нет ни руки, ни ноги? Что? Да ты чё? Ну что за фигня? Ой. Еще и сохранение отвратительное. Слушай, ну это пипец. Так, ладно. Снова. Хорошо. Да-да, давай. Наша сказка начинай сначала. Здравствуй, Ой, тихо. Тихо. Тихо, Зентина, спокойно. Закроем окошко. Ну ладно, не закрываем. Ну, раненько. Хорошо. Долго буду где идти? Да? Получается, на зеленый можно к ней идти, а если на красный, то он идет к тебе, а зеленый от тебя. Что мне делать? Что мне делать? Что мне делать? Куда? Я по привычке нажала shift. Зачем ты меня повесила? Курица! Чего тебе надо от меня, ёпта? За что же это мне такое? За что мне такое счастье? Зачем я снова нажала на шип? Привет, Рахалюдина. Привет, привет. Ай. До свидания. До свидания. Мизинчик понят. Мизинчик ходит. Мизинчик не отпускается. О! О! Головушка? Там открылось что-то. Блин, она все еще здесь стоит. Что открылось? А, если у меня есть голова, но у меня нет еще какой-то конечности. У меня нет еще или руки, или ноги, я не помню. Руки, по-моему. Блин, она на проходе стоит. Вы чего? Как мне пройти? Как мне пройти? Это я могу ее шлю? А я могу пройти? Я могу пройти. О, господи, какая ты стрёмная. Ой-ой-ой-ой-ой, пойду-ка я отсюда. Пальчик поднят. Не нажимаю. Не... Хотя от ноги осталось. Прикольно. Пальчик поднят. Не нажимаю shift. Нет, это опасно. Мало ли, она еще за мной побежит. Не-не-не-не, аккуратненько, аккуратненько выходим. Пролаги прослучились, дверь закрываем. Хорошо, отличненько. Так, где-то я, походу, не нашла что-то. Вот, смотри, у меня есть, получается, раз нога, одна рука, две ноги, голова. У меня не хватает руки. Для полного комплекта не хватает руки. Где мне добыть руку? Слушай, а ты не видел нигде руку? Там, может, где-то валялась? Мало ли. Где-то завалялась там в попыхах. Вот где, не знаю. О, манекен, помнишь, здесь был? Теперь его не... О, рука! Отличненько. Как хорошо-то все. Ну, классно, уже она того повесилась. Понятно. Можно я пройду, как бы? Хорошо, спасибо большое. Я реально теперь боюсь бегать. Не дай бог, чтобы вот это снова проходить в четвертый раз. По четвертому кругу. Так, мне нужна нога. Вроде вот это подойдет. Так, давай-ка теперь. Еще одну ножку тебе. Оп. Отлично, давай тебе голову.
Оп. Дальше. Руку тебе. А, это у нас какая? Это у нас, по-моему, левая. Вот это вот, по-моему, правая. И вот это, по-моему, левая. Left. Всё. Можно я теперь выйду? 9:45. Окей. Давай-ка. 9 часиков. 45. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Спокойно, спокойно. Открыл или закрыл? Воу-воу-воу, меня прям выкинуло. В этой игре больше нельзя нажимать Shift. Нельзя больше нажимать Shift, понимаешь, все. Боже. Эвинг. А с какого сохранения? Я больше не буду нажимать Shift. Все, спасибо, мне хватило, спасибо. Теперь я буду ходить просто как черепаха. Просто я привыкла все быстренько делать и в том числе и тут бегать. Хорошо. О-о-о, кто там? Кто там? Закрыто. Ну ладно, я пойду. Что ж, я пойду. Раз у вас закрыто, я просто пойду. И уйду отсюда. Просто уйду. Мне здесь делать нечего. До свидания. Джамет? Кто такой Джамет? Хорошая прогрузка. Мне понравилась. Я даже почти испугалась. Ага, ключ. Надеюсь, отсюда. Нет. Видимо, оттуда. Видимо, кто-то хочет очень сильно отсюда выйти. И я должна их открыть, да? Понятно. Хорошо. Конечно, это логично. Выходите. Выходите. А что происходит? У меня просто FPS упал настолько сильно, что я даже не знаю, что с этим делать. Давай просто вот так вот сделаю. Ладно. Ладно. Что? Еще раз. Подождите, откройте. You not listening. Я не знаю. Я английского не знаю. Все, sorry. О, это как раз мне надо. О, это мне как раз таки и надо. Сейчас я вот бахну и буду самым здоровым здесь в округе. О! Ключик. Ладно, я пошла, женщина. Я пойду. Хорошо? Я пошла. В смысле, блин? Я не пойму, что за пролаги. Серьезно. You will be... Иди в баню. Нет, no. Благо, что не слышит меня учитель по-русскому, по английскому языку. Ух. Да. Я не знаю, почему столько FPS жрет, но это пипец. Капец, неоптимизированная игра. Вот все такие хорроры, инди-хорроры, все они такие. Я не оптимизированный, так это я закрою. Ладно, не могу закрыть, ну ладно. Просто тогда пойду. Shift я не нажимаю, даже не проси. Я больше не нажимаю Shift, нет. Женщина. No. Женщина, no. Женщина.
Женщина, уйди! Стой от меня надо. Стой от меня надо. Я не знаю, почему оно пролагивает. Я просто не знаю, почему оно анти-алиасинг. Давай вот так сделаем. Все? Она ушла от меня? Опять FPS упал. Господи, 40 FPS, это вообще норм? Это не норм на 40-70 Ti. Ёб твою! Да что тебе от меня надо? А вдруг это еще с самого начала опять проходить? Я просто чокнусь. Я просто чокнусь. Что она, что ей от меня надо, я не понимаю. Хорошо, бегать можно. Бегать можно. Это меня радует, естественно. Что ей от меня надо? Что тебе от меня надо? Что тебе от меня надо, женщина? Так, хорошо, женщина. Хорошо, хорошо, хорошо. Давай спрячемся. Мы тут можем спрятаться, помнишь? Помнишь, мы можем спрятаться. Давай, и тут посидим. Всё. Она зашла? Или она вышла? Она зашла? Или вышла? Ой, ёпта, блин! Боже мой, не иди за мной. Нет, 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 нет. Закрой это, нет! Нет, 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 уйди от меня, пожалуйста, уйди от меня. Что тебе от меня надо? Отстань, прошу. Ё-моё. И она не идет за мной, она за мной не идет. Ну что ей надо от меня, я не понимаю. Бей, май, мама, Майя, чего, кого, куда, сюда. Хорошо. Лозис. Что? Подождите, я не понимаю. Выключите свет в подъездах к что-то там, чтобы она не заметила меня. А, вот это имеется в виду. Ладно. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, ну она ж меня не заметит. А когда мне выходить? Она там. Она у входа. А что мне делать? А что мне, собственно говоря, делать. Здесь нет? Я здесь нет? Блин, она идет за мной сюда, прям ждет. Как вообще? Почему она идет сюда? А как мне выйти отсюда? Как мне отсюда выйти, если она не хочет идти сюда? Она может подойти в тот шкаф? Проверить, есть там свет или нет? Как мне это сделать? Как мне это сделать? Как?
Молодая красивая леди, не могли бы вы, пожалуйста, ко мне подойти? У меня с вами есть пустой разговор. Ёпта, блин. Очень пустой разговор на самом деле. Вы не представляете, насколько вы мне интересны. Если бы вы понимали, насколько вы мне интересны, вы бы не понимали, насколько я могу вам быть интересен. Я очень молодой, статный мужчина. А ты заходить не будешь? Ёб твою! Ё-моё! Уйди! Уйди! Боже мой! Отстань от меня! Отстань, я даже макушка своей ударилась. О боже мой, о боже мой, о боже мой, я даже не хочу оборачиваться. Дверь открыта, божечки. Мне сюда. Ага. О, дверь закрылась, но я оборачиваться не буду. Вышел. Что? Это ж начало. А, ладно. Да ёб твою! Спасибо. Спасибо, спасибо, мы с тобой столкнулись. Очень приятно было тебя видеть. Спасибо. Сколько раз я буду перепроходить эту фигню? Скажите, пожалуйста. Сколько раз я буду перепроходить эту фигню? Сколько времени я буду на это еще тратить? Скажите мне, пожалуйста. Сколько времени я буду на это тратить? Хорошо, свет-то я выключу, боже. Она все равно сюда не идет, ей как-то пофиг. Ты заметил, что ей как-то пофиг? Вот я заметила, что ей как-то пофиг на это, на самом деле. Тут я, не тут я. Пропаду я, не пропаду я, ей как-то пофиг. Вообще совершенно пофиг, блин! Ну все же она любит, любит со мной бегать. Все же она любит со мной бегать. Смотри. Может, ты как-то, ну, подойдешь ко мне? Слушай. Ну, давай подойдешь ко мне. Ну, подойди ко мне. Ну, блин, ну иди ко мне, пожалуйста. Ну, иди ко мне. Ну, прошу тебя, женщина. Ой-ой-ой-ой, женщина. Боже мой. Постоянно бегают от них. Что ж такое-то? Что ж так не везет? Не везет мне колоссально. Опять головой ударились. Опять макушку ударились. Так, все. Бежим. Просто бежим. Бежим, бежим. Не оборачиваемся. Ё-моё. О, бывает. Ой. Фига себе, паранормальщина. Ой, в этот дом точно не надо заселяться. О, боже. Чё за пролаги лютые? Сори, сори. Извини за лаги, но, ну, как бы не я совсем виновата, но думаю, и игра, и я, прости. Ладно, не критично. Кудзарит. Хорошо, все, конец. Вот она, коротенькая на самом деле игра. Мы могли ее пройти за один ролик, но я просто не знала, что она на самом деле такая короткая. Я думала, что она где-то на час с лишним, а она оказалась буквально на 40 минуточек. Вот такая вот игрушка. Спасибо тебе за просмотр, за твой лайкосик. Пиши в комментариях, как тебе игра, хочешь ли ты поиграть. И все, увидимся в следующем ролике. И всем пока-пока.